Здравствуйте. Подготовка комнаты для стяжки. Были выставлены профиля по гидроуровню. Вначале крайние. Далее по нитке средние. Профиля крепились на гипсовые пляшки по уровню. Соблюден уровень, полностью ровная плоскость. Для их установки применялись вот такие вот нехитрые приспособления, представляющие из себя кусочек гипсокартона с четырьмя саморезами. Далее они закручиваются, и профиль выставляется по уровню. Ну, также подкладки использовались. После установки профиля ставились на гипс. Далее поверхность была два раза прогрунтована. И, соответственно, заливка стяжки будет происходить в два этапа. Первый этап – это керамзитобетон. Со следующими коэффициентами: 1 цемента, 2 песка, 4 керамзита. Делается довольно плотная масса. Эта масса укладывается до уровня порядка 2-3 сантиметров ниже профилей. Далее заливается более жидким слоем, 1:4. Цементно-песчаная стяжка. Присадки не используются. В цементно-песчаную стяжку добавляется немного клея ПВА, самого обычного, а также немножко порошка для эластичности. Соответственно, вот такая вот комната. Уже готовая стяжка в кухне. А также в зале прогрунтованная только что была. Довольно прочный получается. Прочное основание. Второй слой заливается через 2-3 суток после первого. Разводка выполнена по полу в гофрошлангах. Ну, в общем-то, на данном этапе, наверное, все. Трубы отопления заведены под пол. Однотрубная система отопления. Вот как-то так.